Цена только сегодня. Каждый день мы представляем один товар по исключительно низкой цене, действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Специальное предложение сегодняшнего дня – стильные брюки с эффектом стройности. Брюки, которые украсят каждую вашу минуту. Обратите внимание, мои дорогие, что сегодня дизайнеры предлагают нам такие модели брюк, которые не только украшают нас своим блеском, но и делают наши формы изящнее. Брюки Стейна. Брюки представлены сегодня в трех расцветках. Я выбираю для себя темно-синий цвет. Брюки, которые обнимают ножки и делают их более изящными. Брюки, которые мы можем сочетать как с праздничным ансамблем, так и надевать в повседневной жизни. Итак, мой выбор темно-синий. У нас всего 4 цвета представлены сегодня, и цена только сегодня, в течение дня, 1199 рублей. При этом ваша экономия составляет 1200, даже больше, чем цена, которую вы заплатите за брюки. Зеленый. Зеленый цвет на самом деле выбор многих дизайнеров уже сегодня. Создавая свои коллекции на следующий год, 2019, многие задумываются о том, что зеленый цвет спокойствия, цвет гармонии будет украшать коллекции всех известных мировых домов. Мой выбор еще сегодня – это оттенок баклажан. Сочный, густой, благородный, насыщенный. Во-первых, самые последние тенденции в мире моды говорят о популярности сиреневых нот. Мы видим их в коллекции наших дизайнеров. Ну и, конечно же, ни одна коллекция не обходится без классического черного цвета. Именно этот цвет, по статистике, выбор 80% наших женщин. А сейчас давайте поговорим о размерах. Размерная линейка представлена от 48 до 62. И сейчас, глядя на наших моделей, вы убеждаетесь еще раз. Эта модель брюк идеально, гармонично сочетается с любым нарядом, ну и, конечно же, корректирует формы. Давайте вначале поговорим, какие ансамбли выбирают наши модели и какой цвет и размер. Итак, очаровательная Татьяна Бабурова выбирает сегодня для себя оттенки лаванды с глубоким фиолетовым цветом. Итак, на Татьяне мы видим оттенок баклажан брюк Стейна. Размер Танечка носит 52, а вот брюки на Татьяне 48-50. Обратите внимание, если вы хотите брюки по типу леггинса, зауженные к низу, вы можете выбрать на размер меньше. А Таня сочетает с кардиганом «Волшебная мечта» и с ажурной блузой. Вы можете сегодня для себя заказать готовые комплекты. Оля Лукомская. Олечка остается в тунике Финелла, темно-синий цвет. Оля носит размер 54-56. Давайте посмотрим еще раз на размерную линейку. А вот на Оле синие брюки Стейна, размер 52-54. Прекрасная посадка за счет эластичных свойств ткани. Эти брюки прекрасно будут сочетаться с любым вечерним ансамблем. Подберите идеальную обувь и верх, и тогда вы будете чувствовать себя прекрасно. Это альтернатива стильному комбинезону или платью. Ксюша, если девочки выбрали для себя деловой стиль и вечерний, то Ксюша выбрала повседневный. Прекрасная блуза Рина, такого белоснежно-бежевого цвета, прекрасно сочетается с классическим цветом брюк, черным. Вы можете сюда добавить любой вверх, даже удобный свитер, если собираетесь на прогулку. Ну а сейчас давайте убедимся в том, что наши брюки прекрасно сядут на ваши формы. Я хочу показать вам, дорогие мои, на что способна эта ткань. Советую вам сегодня выбирать брюки, если вы хотите более эффект стройнящий, на размер меньше. Как такое случается? Как удается нашим дизайнерам сотворить такую красоту? Итак, вы готовы? Я сейчас хочу показать вам, что наше полотно состоит в основном из вискозы и спандекса. Спандекс является более прочным волокном, в отличие от лайкры. Вы можете представить себе этот эффект утяжки. Какие будут стройные ваши ноги? Тем более, несмотря на то, что вискоза иногда блестит и переливается, здесь все-таки основной матовый оттенок нашей ткани. А мы сразу вспоминаем, что именно матовые ткани –
стройнят и делают ножки более точеными. Эластичная лента в виде приточного пояса не только украшает, но и добавляет вам комфорт. Я обожаю такие брюки, где нет ни пуговиц, ни молний. Но сейчас давайте посмотрим на дизайн наших брюк и сделаем это на подиуме. Хочется заметить, что сегодня дизайнеры не упускают возможности подарить нам блеск в нашей жизни. Каждая хочет блистать. Давайте сделаем это правильно вместе. Мой совет. Если вы любите украшения из блеска, пусть они будут располагаться в нужных зонах, которые будут корректировать ваши формы. Итак, Ксюшенька, повернись, пожалуйста, и покажи нам этот стильный орнамент в виде страз. Невероятный хоровод из блестящих камней украшает область кармана. Не случайно конструкторы-дизайнеры распределили их именно в этой области. Запомните, мои дорогие, что именно блестящие моменты, которые мы видим на одежде, они подчеркивают ваши формы. Вот и здесь, в области карманов, наши ягодицы кажутся более подтянутыми, упругими. И за счет матовой ткани трикотажно-вискозного полотна бедра становятся значительно стройнее. Но сейчас, если мы посмотрим с вами на переднюю часть наших брючек, мы тоже увидим блеск, потому что этот блеск имитирует передние карманы, но тоже корректирует фигуру. А вот Ксюша выбрала для себя еще один повседневный ансамбль. Вот они, карманы, о которых я говорила. Этот блеск называется и соединяется с любой тканью методом термокрепления под воздействием высоких температур. Называется термопрессование. Когда каждая бусинка, которую вы видите на брюках, отдельно присоединяется к ткани, приклеивается, а потом прессом соединяется с полотном как единое. Катя Шестеркова. У Кати в области икры полноватые ножки. Не всегда нашим модницам можно подобрать такие брюки. Но брюки Стейна прекрасно садятся на ваши формы за счет эластичности. Я хочу добавить, что если у вас есть нюансы в области ножек, вы хотите все грамотно скрыть, выбирайте однозначно эластичные плотные материалы. Смотрите, ткань очень хорошо тянется, и мне нравится, что тянется она по всем направлениям. И тянется она настолько, что не вытягивается, она возвращается в свою форму. Это благодаря спандексу, который относится к эластичным нитям. То, что касается швов, мы видим, что здесь швы все выполнены тон в тон под основу. Это говорит о хорошем качестве производителя. И мы видим, что все швы двойные. Поэтому обратите внимание на то, как вы будете выглядеть. И несколько слов по уходу. Стирка дома при температуре 20-30 градусов. Гладить обязательно с изнаночной стороны. Тогда брюки прослужат вам долго.